Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за инков Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. Я верю, что наша встреча была короткой, но продуктивной. Блин, Леша уже к ногой приплыла. Ну да. Чё ждать-то? Ты главное его сделай красненьким, а я то сделаю. Ты так не понимаешь. Нет, мне надо его захватить как можно быстрее. Так я стою в шаге. Я просто инфраструктуру уничтожаю бег. Я в шаге стою. Ну а чё ты его не атакуешь тогда? А чё это тут? Пока почему здесь а горит? А может, у тебя кто-то синтоизм распространяет? Да, это поляк. С другой стороны. Пришёл. Поляк, да, как бы синтоизму не очень рады. Вот буддизм была хорошая религия, пока ее Леша не уничтожил. Ее основатели. У меня хорошая религия. Буддизм будет жить, но не в японских сердцах. Крестовый поход, военные юниты получают плюс 10 к боевой мощи в пределах иностранных городов? Серьезно, поляк, хорошая религия? А, я взял, чтобы никто другой не взял. Для поляка это очень хороший. Поэтому на меня, пожалуйста, синтезм не распространяет. Ну, как бы уже один город только был. Вот все, уходи. Леша, защищайся буддизмом. У тебя он есть в некоторых городах. Еще и коней сюда привели, да хватит? Отстаньте вы от ногой, прекрасный городок. Вот. Чего вам он не нравится, а? Тут живут все спокойно, тут два жители. Уже пьете все. Зачем японец объявил войну? Так, поржать напоследок. Захватывай. Ну, если уходить, то уходить красиво. Да серьезно, финикийц, блин. Так, чтобы еще у Леши пограбить? Раз. Не хватило. А и все. Больше не смогу. Надо покупать здесь. Следующим ходом, короче, я не стану. Строителей. Реализацию выходить. Блин, я там ГГшку научную не открыл. Мимо поплыл. Надо вернуться. И Амани туда посадить будет. У ацтека уже больше науки. Стой, ты сразу город не захватывай, я у Лёши еще одну шоколадку уничтожу. Ну, финикийц, если ты не захватишь город, то я захвачу. Я понимаю. Так что сразу буду.
Так и не построил, кстати. Трирему. Блин, надо гавани покупать. Я не подхожу этими рабочими, потому что боюсь вот этих мечников японских. Все, да, спасибо за игру. Спасибо за игру. Не успел. Спасибо за игру. Что я построил? Мачу-Пикчу и Фаросский маяк. Так. Тут нужен строитель. Бейрутский залив. А найму Амани пока, но никуда назначать не буду. О, рабочий. Оказывается, не нужен Наске. Мне бы Ацтека найти. Я так понимаю, что мы с ним лидеры. Содержание юнитов. Так, а где плюс 100% к центру коммерции? Не успел, по-моему, принять. Или успел? Так, ну с Наской, наверное, мир надо заключить. Успел. 140 науки. Ей, Хаттуса. Амани в Хатусу. Дальше тут меняем на первый посол. Ой, как будто еще не стал. Ваши торговые пути к союзнику. Может поставить это? Ладно. Сколько у нас там до конца? 8 ходов. Пока не буду. И, значит, в Хатусу у нас. Раз. Два. Что она дает? Ладно, давайте 4.
Так, ну что он тут мне пограбил? Вот клеточка. Сюда поплывем исследовать. Не хочу с Финикией дружбу заключать. С Наской надо мир заключить. А, 4 хода. Ну, он слабо еще обработал свою территорию, на самом деле. Что-то никто ни с кем дружбу не заключает, никто ни с кем, только я союз. С японцем и все. С поляком. А, это район. Ладно, к поляку. 56 392. Нифига себе, поляк хоть ко мне отправляет какие-нибудь караваны. Финикиец 4 отправляет и 2 отправляет поляк. Блин, нафига я с Наской мир заключил? Я проплыть теперь не могу. О, дебил. А могу я уже войну ему... А, я не заключил мир, тьфу ты. Блин, надо не забыть, что нельзя мир с ним заключать. Надо выплатить из этого бассейна. Канадец, ты специально клетку купил, чтобы я выплыть не мог? Я не покупал клетку. Извини. Сама выросла. Ну тогда открытые границы предлагаю. Без проблем. На Нариву. А, вот где граница ацтека. Я предлагаю против религии, против синтоизма. В общем, там крестовый поход. Кстати, вопрос. Никто не замечал вот
бонус конгресса на производство юнитов. Голосование, синтоизм можем осуждать. Снижено за производство юнитов. Окей. Опять 2 очка дипломатической победы получил. Ну вот да, приняли производство, а всадники стоят 80, а не 120, к примеру. Религии? Нет, золото. Не знаю тогда. А, вот квадрилему все-таки построил. Рын, да, промышленную зону надо строить вот здесь. Да, видите, не вырубаю медь. Оставляю пока. Да ладно. Серьезно. Что там? Войну тебе кто-то объявил? Нет, но, видимо, собирается. Канадец? Похоже на то. Хотел театральную, поставил промышленную, в итоге все равно. Давайте я тут куплю маяк, куплю верфь, и куплю вот торговца, где мне купить. Куско, Кахамарка. Давайте Уалькауаман тут купим торговца. Нифига не успел походить. Ну чё Хатуса хочет промышленную зону? О, это я сделаю. Да. Говорю, Алексей, может, засоюзимся? Давай. Слишком много Алексеев собралось. Да, ты к кому обращаешься? Нацию назови. Я тоже Алексей. Я Алексей. Инки. Ну, я в союзе уже с поляком, мне достаточно союзов. Карнат. Просто мне столько к тебе бегает. Ммм, 580, ладно, пока не будем покупать. Могу бегать ко мне. А научные города государства есть? Нету. Ну, вообще есть, конечно. Блин, может тут акведук поставить и здесь тогда промышленную зону? Как минимум одно. Я подозреваю, что есть. Ух ты, Бандарблю. О, поляк, ты Бандарблюней захватил прямо. Не, во Вроцлав. Хоть какое-то еще производство.
было. Блин, реально не успеваю ходить, у меня столько юнитов. Ну что, там еще не началась война? Нет. Нет. Македонские предложения. Ну, канадцу, я тебе не понимаю, канадец не может на тебя напасть мгновенно, ему надо тебе претензию сначала выдвинуть. Да, я знаю. Вот зачем ты это озвучил? Вдруг он не знает. Финикийц, предложение. Что в итоге это за карта такая? Ну, Континента плюс какая-нибудь? Да, ну это какая-то вот эта из новых там архипелаги, что ли, или как она называется? Малые материки. Малые материки, да. Использую этого. О, галера плавает. Македонец, предложение. Союз предлагаешь? Ну, какой-нибудь давай. Мавзолей в Геликарнасе хорошая тема, потому что два, можно два раза инженера использовать. Предложил. Так, ну кампусов ацтек кучу построил. Мне тоже надо кампусы строить, конечно. Я так до сих пор кого-то одного не нашел. Кого? Ну, не знаю. Ну, наведи на ник и посмотри. А, Алекс Мазила. Я же рядом с инком. Ну, ты не совсем рядом с инком.
Так, все остальное я вроде тут починил. Селитра капает. Да, мне, наверное, надо было все-таки в пансионе рыбацкие лодки брать. Когда там у нас уже... О, меркантилизм надо открыть. Ну, чтобы лесопилки на тропических лесах строить. Что Хатуса дает? А, стратегические ресурсы. Я просто думаю, стоит ли мне Амани прокачивать. Надо пингалу на гранты и научные гранты сейчас сделать просто в Куско. Еще какую-то ГВшку нашел. Так, угля у меня дофига, причем у меня города на нем стоят прямо. Два города. И еще один прям обработан. Забавно. Так, Вавилон. О. И все, до сих пор первый посол висит. Два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Если только вот до Рассоспата не дотягивается. И сразу в очередь на угольную электростанцию. Еще я кат решил забрать. Больше там на кат нападает. Когда там уже век закончится? Два хода. Так, все у меня выплыли отсюда? Нет, еще один кораблик. Ну, тут у меня соперник Ацтек. В общем-то, остальные, мне кажется, ну, поляк еще чуть более-менее. Финикиец точно не проблема. Ну, да, не хватает. Я его 40 ходов строил. Петру это. Какую Петру? Ападану кто-то построил. Да, мне Ападану пишет. Ападану я как раз построил, по-моему. А может и нет. Я забыл, что я построил.
Суть в том, что у меня за Петру вернулось производство. Так, а где бы мне жилья взять? Интересное чудо, может построить? Ты украл у меня Падану, я украл Петру. Все честно. Давай ли я мачу? Но у меня в том городе без Петры все крайне печально. Там из не пустынных клеток всего 3 штучки. А все пустынные, они плоские. А чё вы без союзов играете все? Ну не все прям. Нет, например, ладно, построю близко, но я его городов не видел, нет. Интересно, сколько будет науки, когда героически закончится. Но немножко разделено на две половины, видите, в одной половине македонские ацтеки и Канада, а в другой я, Япония и Финикия, а Польша немножко так отдельно. Вот тут, наверное, если бы на восьмерых играли, то, наверное, восьмой должен был бы вот тут где-то быть. Что возьмем? Давайте реформу денежного обращения, наверное. Ух ты, броненосец. Броненосец, это прикольно. К перемещению, пускай плавает лучше. Так, следующим ходом сможем лесопилки в тропических лесах строить. Кстати, шпиона могу построить еще. Сто двадцать, сто тринадцать. Ну, прилично так упало. А зато поляк теперь первый. Да, надо будет там поменять карточки. Я уже соседство. Коммерческого района не требуется. Все, теперь можно с Наской мир заключать. Так, мавзолей построил, то есть я смогу двух. Я бы буддизм бы распространял себе, потому что вот этот синтоизм мне не нравится, как вы понимаете. Люкс, так ты мне поставишь метку, чтобы я тебя нашел? А, я могу еще и два раза этих запускать. Сейчас. Меркантилизм. Так, меняем. Содержание юнитов оставляю, это мне не надо. Вот
Мы берем два влияния за ход. Дальше. Соседство кампуса, ваши торговые пути к союзнику. Вот это поставим пока. Все. Пускай автоматом бегает. Открываем. Дальше. Ну, пошли в национализм. Пока. Города-государства нам встретятся. Я уже практически всю карту вижу. Каменоломню построим. Сколько тут варваров? Повоюем. А, еще и ГГшку. Слушайте, а сколько всего ГГшек должно быть? На 8 человек. Видимо, никто не в курсе. О, давайте амбар. И купим здесь верфь. Надо по городам вообще пройтись, особенно по японским. Потому что они были как оккупированы, а теперь полностью мои. Кассу строят, здесь киллуки Сивани. Здесь угольную электростанцию. Что, что? Захватывать меня не плывешь? А ты кто? Канада. Ну ты ж хрен знает где, по-хорошему. Ну хотя как, ты к японцу близок? Да, плыву тебя захватывать. Не, просто у тебя так три каравеллы под... Плыло. Они там автоматически плавают, на самом деле. Я их на автоматическое исследование. Там бар. Потом строитель. Блин, запретный город бы построить, кстати. Водяную мельницу здесь. Алексей, посмотри сделку, чего ты хочешь. Сейчас. Чеченица. Ну я уже везде тропические леса повырубал практически. О, шпиона бы где построить. Давайте в Куско шпиона построим. Дворец Патала. Анкарват. Давайте тут шпиона. В очередь после угольной. О, нет. Это не продается вообще. Ну, самолеты тут нету смысла стремиться, потому что мне некого на самом деле захватывать самолетами рядом. Каперы бы построить, кстати. Давайте откроем что-нибудь быстро. Что тут? Нет. Есть что-нибудь на один ход вообще у меня? Божественное право? Нет. У меня культуры мало. У меня мало культуры и мало... И нету практически... Вот и нету культуры практически. О, кто-то меня перекупил Буэнос-Айрес. Это, кстати, не очень хорошо, Буэнос-Айрес. Мне счастье давал много.
Северный Ледовитый океан, какой-то он нифига. Какой-то у нас Северный Ледовитый океан нифига не северный, нифига не ледовитый. Какой-то скорее центральный. Посмотрим лучше, что там. Так, амбар в Киото, город растет, рынок, дом собраний. Тадж-Махал, чеченица. Ну, тут такая себе чеченица. Эти строители еще. Нет, еще нету верфи. Тут строится верфь. Давайте я куплю верфь. Плюс 2 производства. А, тут надо коммерческий район, получается, строить. А что у вас такая мощь такая? 1174. Ну, очевидно, что на кого-то нападать идет. Или от кого-то отбиваться. Ну, в том-то и дело, что ему тут нападать или на меня, или на канадца. А он, ну, посмотри, если он не объявил канадцу предупреждение, значит, на тебя. Так и в союзе со мной. А когда союз заканчивается? А, он с Канадой не в союзе. А с Канадой не в союзе, но он на Канаду сможет напасть только через как бы 5 ходов. Он должен ее обвинить и еще 5 ходов ждать. Видишь, канадец, сколько смуты ты вносишь своими неразумными действиями. Осуждение есть какое-то. Есть осуждение? Да. Я не знаю, когда оно было. Ну, значит, на Канаду будет нападать Ацтек. Почему Ацтек будет нападать на Канаду? Почему вы не хотите почитать, кто кого осудил, там, вся фигня? Ну, у тебя армия больше, я не знаю, зачем ты канадец на тебя нападает. У меня армия больше, потому что он идет на меня мушкетерами, у меня нет селитры. И у меня армия больше за счет того, что я наспамил юнитов другой, ну, других. Ну... Удачи. Держитесь там, всего доброго. Спасибо. Пока вы будете улетать, мы будем упарываться. Да. Что-то я сомневаюсь, что у меня получится куда-то улететь. Порох откроем. Не ругайся. Извиняюсь за мат. Не скликнул. Военный союз Канаду спасет? Канаду спасет? Как канадец объявил войну Ацтеку. А-а-а, ну... Силы здесь явно не равны. Ладно, давайте строителя. Да, похитил, нормально. Так. Тут все улучшено, в принципе. Давайте сюда тогда перебираться.
А сколько там можно украсть? Что? Сколько можно денег там украсть? У кого? Ну, шпион пытался украсть деньги в городе одном. Ну ладно. А кто вообще спрашивает? Польша. Не, ну кто пытался, тот знает. Ну, наверное, да. А что, не получилось украсть? Он убежал просто. Мне надо, наверное, в какой-то момент все-таки Финикию или не надо. О, университеты плюс две науки будут давать, здорово. В этом районе банк и рынок мгновенно строят, отлично. Это вот для этих, для Рососпаты. Так, тут, значит, универы плюс два дают. А этого переброшу. Ну, тут рынок везде есть. А, вот сюда можно, в Киото. Тут же не надо ремонтировать рынок, то есть он тут просто не построен, да? Да. Отлично. Универ. Следующим ходом пересчитается количество науки, глянем, сколько будет. Фабрика, водяная мельница, ну... Тадж-Махал. Ну, кстати... Чеченица точно нет, Анкарват точно нет. Ну, когда этот успокоится, вулкан? Почему он постоянно хочет извергаться? Давайте, Тадж-Махал. Ага, на ровном участке, значит, надо вырубить. Для начала. Давайте отложим тут на один ход. Так, что здесь? Дом собраний, рынок. Рост, ладно, давайте дом собраний. Ты будешь сильно расстроен, если я тебя Наску перекуплю. Конечно. Что, у тебя тоже пустыни много? Это единственный способ моего выживания. Ну, запретный город. Инка, мы классная. Будем продлевать? Да. Еще один ход придется отложить. Ладно. А, культурный захват дебильный. Ереван может мне взять? Кстати, поляк вполне может попытаться религии победить. Что вы там смотрите? Я так усердно пытаюсь. Мне захватить Ереван? У меня вообще-то конгресс работает. А, блин, у меня поселенец же был вообще. Конгресс же работает, какой смысл пытаться? Ну, он закончится через 20 ходов. Ну, как знаете.
Колониализм. Давайте естественную историю. Тут поменяем. Или пока не надо. Все красиво тут. Ну, рационализм надо поставить все-таки. Давайте влияние уберем. Вот так сделаем. Ну, 170. Каперы, вот что я хотел поставить, блин. 100% для строительства каперов я хотел. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества, а для всех остальных оно запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!